общем, история такая, короче, изучал я несколько проектов, The Pathless, Sky, Genshin по атмосфере, первый этап, да, по фоуле звукам, и мне было интересно отследить, насколько у них уделяется внимание в этих проектах именно фоуле звукам, передвижением главного героя и атмосфере. Я могу сделать вывод, что сами звуки максимально мягкие, максимально не выделяющиеся и не раздражающие. Давайте посмотрим. Визуально сразу видно, что у нас ключевые моменты геймплея, они выделяются по громкости достаточно явно, да? То есть у нас в пределах... Сейчас посмотрим. У нас динамический диапазон в пределах от 20 где-то 6 до 19 люфсов в среднем, да, это тот диапазон, в котором находятся все ключевые звуки. Что касается спектра, да, наших частот, это white noise. Сразу видно, что у нас преобладание, ну то есть не преобладание, у нас равномерные ЧХ, горочкой, да, и только в момент, сейчас посмотрим, выделяющихся вот этих звуков у нас, наверное, идет. У нас есть подъемы, да, в районе там от 2000. Вот, а давайте посмотрим теперь именно шаги наши, проанализируем. Конечно, главная составляющая, да, у нас в районе середины. Даже те звуки поверхности, что там, камня, дерева, они сами по себе тоже мягкие, то есть это не типичные шаги ботинками. То есть могу сделать вывод, что вот этим звукам уделялось внимание однозначно, но задача стояла, чтобы они не тянули на себя внимание, и, ну то есть максимально мягкие и не привлекающие внимание, скажем так.